Что будет с Калининградом после ограничения Литвой калининградского железнодорожного транзита? Литва с полуночи 18 июня перестала пропускать в сторону Калининграда железнодорожные составы с санкционными грузами. По оценке администрации калининградского эксклава, речь идет примерно о половине всех грузов, которые до последнего времени шли по железной дороге. Местные власти обещают доставлять грузы паромами по Балтике. Однако в том, что получится доставлять в Калининград все, что раньше шло с материка по рельсам, возникают серьезные сомнения. Стоит напомнить, что нагрузка на паромы и без того сильно выросла после запрета Евросоюза на въезд на свою территорию российских и белорусских фур. По сути, от полной блокады Калининград отделяют лишь морские и авиаперевозки. Да и то самолетами приходится делать крюк и лететь над Балтикой. Свое небо для России Европа тоже закрыла. Попытки еще больше нарастить морские перевозки могут привести к транспортному коллапсу. Портовое хозяйство просто не справится с увеличившимся в разы потоком грузов. К чему приведет новый согласованный с Еврокомиссией запрет? Во-первых, очевидно, что каких-то грузов бывшая Восточная Пруссия точно лишится. Упор будет сделан на поставки продовольствия, товары первой необходимости и потребительские товары, отсутствие которых на полках магазинов может вызвать лишние социальные волнения. Военным грузам тоже, по всей видимости, ничего не грозит. А вот стройматериалы, металлы, сырье и комплектующие предприятия области, скорее всего, получать перестанут. Федеральные власти, конечно, постараются помочь местным предприятиям, но единственная доступная помощь – деньгами. Накидают в область новых миллиардов, что в условиях ограниченного предложения грозит вылиться в гораздо более высокую инфляцию, чем на остальной территории России. Решение Литвы превратило российский политический олимп в подобие разворошенного муравейника. Угрозы одна страшнее другой посыпались, как из рога изобилия. Депутаты и сенаторы напомнили про лежащий в Думе законопроект о денонсации соглашения о признании независимости Литвы. Самые отчаянные принялись грозить военным ответом. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал ситуацию более чем серьезной и пообещал, что Кремль огласит ответные меры в течение нескольких дней после глубокого анализа сложившейся ситуации. Каким бы безумием ни выглядела сегодня война, с одной стороны НАТО после начала войны с Украиной, которая тоже казалась полным безумием, исключать уже ничего нельзя. Адекватности от Путина и его окружения ждать не стоит. А рассчитывать, что Литва испугается и сдаст назад, тоже не приходится. Впрочем, если исходить из того, что главная цель Кремля – максимально долгое удержание власти любой ценой, еще одна война была бы весьма кстати. Конфликт с НАТО дал бы повод для всеобщей мобилизации и переходу страны и ее экономики на военное положение. Это, в свою очередь, позволило бы окончательно очистить страну от любых несогласных и закрепить без того существующую монополию на власть.